Всем привет! Я в магазин Кари. Иду смотреть, какую привезли зимнюю обувь. Одна пара бесплатно. Две берешь, третья пара бесплатно. Смотрите, сколько шарфиков хорошеньких. 50% скидка. 499 рублей. Расцветочки разные. Белый, молочный. Смотрите, какие сумочки, рюкзаки в каре симпатичные. И такой мне прям нравится. Вот какие. Натуральная шерсть, натуральная кожа. 4499. Есть синие и черненькие с черным мехом. Ну сколько покупателей зашло? Ботиночки, смотри, какие. 2899. Это уже все зимнее. Вот какая обувь. Рыженькие. Как я уже говорила, очень люблю рыжую обувь. У меня зимние только рыжие ботиночки. Не знаю, почему такой у меня пунктик. 2699. И такие же черненькие. Ну, почти такие же. И цена 299. Вот. Это осенняя вроде. Может, зимняя? Нет, зимняя, наверное. 2899. Замшевые. $2799. Я так думаю, под замшевые. 3299. 2499. А это уже мех, это не шерсть. 3299. Высокие ботиночки. 2499. Вот какие на высокой платформе. Кроссовочки. Я хотела себе купить зимние кроссовки, но ничего такого я не нашла. Вот две пары, но мне надо или красный, или черный. Стоимость 2499, а эти то же самое. Сапожки 3499. Натуральная кожа и мех 3499. И такие же черные. $2799. Эти уже не натуральные. А вот какие спросили. $2499. Ну, вот смотрите, с колокольчиками. $2499. 2899. Это как уги. 3499. Под замшу. 2499. 2999. Такие сапожки. Натуральная кожа. 2599. Очень много длинных сапог. Разные цены. И цены такие для этих зимних сапог. 2699, 3299. Я так думаю, что совсем недорого. Вот замшевые. Я так думаю, это уже не кожа. Есть на широкую голяшку. Не очень удачно я сегодня пришла. Суббота, естественно, народу много. Как ботфорты. Здесь
спереди немножко повыше. 2999. А вот сапожки. 3299. А эти уже натуральные. 9499. Есть длинные ботфорты. Посмотрели. За 7499 замшевые. Тоже замшевые. Тоже высокие, как ботфорты. 8499. Вот симпатичные. 8499 ботфорты. Мех такой мягенький-мягенький. Симпатичный. Свет не очень хорошо падает, плохо видно. Тоже высокие. 9999. В основном все замшевое. Вон за 10999. Очень много дутых сапожек за 2000. Разные расцветки, разные модели. А эти 3599. Есть такие синенькие. Смотрите, ботиночки 2199. Зимние. А эти сапожки в основном все еще осенние. Дутыши зимние для малышей. Натуральная 6, 2199. Тоже натуральная шерсть. 1799. Уги за 2299. С рожками. 3999. И в таком цвете еще есть. И совсем для малышей 2499. А теперь взрослые опять. Уги за 2999. Рыженькие есть, черненькие и серенькие. Я недавно снимала уги в магазине «Светофор». И там, конечно, не такого качества, там по 500 рублей. Сумочки, рюкзаки. Тоже акция. Три берешь, третья в подарок. Ой, две берешь, третья в подарок. Очень много домашних тапочек, туфель. Разные. И с мордочками. А вот какие гламурные, классные. Ух ты! Смотрите, какие красивые. А сколько они стоят? 599. Ну и как бы и ничего. А расцветочки сейчас посмотрим. Нет, расцветочки только такие. А вот какие. Даже те вот между пальцем пропускать, а эти так. Тоже симпатичные. Стоимость тоже 599. Так, а это уже тапки. Это кто, кролики или мышки? Кролики, наверное. Такая же цена. Вот какие. Есть темненькие. Эти уже со скидкой 299. Смотрим дальше. Это мышки. 599. Зайчики. Просто с бусинками. С помпонами. Такие с мышками. С бантиками. Тапочки. 500. Цена такая же. И для мальчиков.
Со скидками 199. Носочки с люрексом симпатичные. Две пары, третья в подарок. Покупай три, плати за две. Но они такие вот на ощупь не мягкие. А так прикольные. 399. Три расцветки. Я уже показывала, наверное, вот такие повязки. 199. И шарфики. Цена 649. Есть светлые, черные, крупная вязка. Вот эти пушистенькие за 499 с помпончиком. Ну, мне кажется, он как будто, может быть, будет колоться, а может и нет. Неплохие такие шапочки. Опять шарфики. Уже темненькие, вязаные. Так, цена 599. Ну вот, смотрите, какие. С люрексом. Это вот, которые перекручиваются хомутиком таким. 699. Кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик. А я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока. Смотрите, какая шляпка. С полями. Уже скидки, скидки, скидки. И стало стоить, не знаю, 349. Чуть ли не 99.